Следующая песня называется «Я люблю играть на контрабасе». Я действительно люблю играть на контрабасе, но не умею. И знаю, что многие из вас тоже любят и тоже не умеют. Согласитесь, это нас очень сближает. И где-то даже роднит, по большому счету. Вот. Но песня начиналась в казахской степи. Значит, в степи проходил фестиваль, ну, в общем, сцена, как, ну, в общем, как многие фестивали там в поле, в степи. Вот. И Эдик двухименный, да, его фамилия, у него контрабас, прекрасный контрабас, он стоит, разыгрывается. Я говорю: «Эдик, дай, пожалуйста, пощипать». Он мне дал, и вот я стою, щипаю, подходит Коля Старченков, царствие небесное, Коленький, он говорит: «Раечка, как же тебе идет контрабас, надо учиться». А у меня тогда был период очень сложный, ну просто очень сложный. Я говорю: «Коля, ну о чем ты говоришь?» Значит, я ему свои аргументы, он мне свои, я ему свои, он мне свои, и мы оба поняли, что мы написали песню уже. Он говорит: «Так, давай разберемся. Кто пишет песню?» Я говорю: «Пиши, Коленька, пиши», потому что мне было не до песен совершенно. Вот, а значит, а потом, спустя какое-то время, позвонили ребятам, знакомые, говорят: «Ну что там песня про контрабас?» Они были свидетелями, а я забыла уже об этом, значит, в разговоре, и они мне напомнили. Я положила трубку и сказала себе: «Я люблю играть на контрабасе». Я написала эту песню. Коля тоже написал песню. Так что можно в записях, наверное, найти. Но я долго думала, что это за жанр, потому что, в общем, там трехчастная форма такая непонятная. А потом поняла, что это русская тоска в джазовой обработке. Я люблю играть на контрабасе, контрабас — это класс. Чтобы целый дом держать в атасе, контрабас в самый раз. Что за дивная музыка льется, а всего-то четыре струны. Тут не то, что полдома проснется, тут проснется, считай, полстраны. Бум-бум-бум, не болит ли чем у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Ой, да чего же чудненько играет, ну талант, мочи нет. Так должно быть, ночью рассуждает обо мне мой сосед. Замолкают тоскливо вороны и таращат вороний свой глаз, когда я достаю пятитонный свой волшебный родной контрабас. Бум-бум-бум, не болит ли чё у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Что, поверили в шутку мою, да? Я еще вам не то напою. Да нету, нет у меня контрабаса, и ругаться со мною сосед не приходит в пижаме атласной, потому что вот важный момент, я не то что скажу контрабас, у меня ведь и дома-то нет. Да и джаз я слышал от негра, что поет на старой пластинке, а пластинка у тетки в шкафу. Я-то слышал его только раз. Вот тебе джаз, вот тебе джаз, вот тебе джаз. Мне привольно сидеть на... Где бы вы думали? На крыльце. Тоже хороший вариант. Обычно говорят: на диване, на вокзале, сидя в тесном заезженном зале, провожая свои поезда, сознавая, что эти составы не вернутся ко мне никогда, что в моем неумытом стакане кувыркается чья-то звезда.
звездам, что какао не высшего сорта и за выше сойдет иногда, что мечтать одиноко и гордо. Мне не стоит большого труда. Oh.